12 июля вступил в силу федеральный закон от 1 июля 2021 года номер 258 о внесении изменений в статью 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь лицо, имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения или за эксплуатацию транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, если по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть одного или нескольких лиц, и вновь управляющее транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подлежит ответственности по части 2 статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. С момента внесения изменений дознавателями территориальных органов МВД России, подчиненных МВД по Республике Бурятия, принято к производству 35 уголовных дел данной категории, 5 из которых направлено в суд для рассмотрения.